Кино на ТВ-РУС. Здравствуйте, Ирина Петровна. Здравствуй. Мам, мы подали заявление. Какое заявление? В ЗАГС. Обратно заберете. Скоро бабушкой станешь. Ты понимаешь, что теперь никакой жизни не будет? Что уже все? Брось ее, брось. Ну не могу я ее, беременную не могу. Как только ты ее бросишь, она тут же сделает аборт. Ты же меня приворожила, поэтому я за тобой хвостиком и бегал. Это шутка, да? Ты деньги на аборт. Мамочка! Скорая! Где вам там черт вас возьми? Ой, какая красавица! Мама-то где? Позавчера на скорую увезли. А в какой она больнице? Мы с Машей уже все заказали. Группы, и место, и венки. Работать тебе надо, пойти. Скажи, а ты меня правда приворожила? Я тебя правда приворожила, я ведьма. И сейчас я твою любовь ко мне вынимаю. Так кто же вы такая, голубушка? Да я сама пока еще не знаю. Глафира Тарханова в фильме «Путь к себе». В субботу на ТВ-РУС.